Здравствуйте! Представляем вашему вниманию аппарат диодной эпиляции. Данный аппарат позволяет нам работать как с лицом, так и с телом и имеет гибридную систему волнового воздействия. Комфортный размер пятна с охлаждающим элементом позволяет безопасно и эффективно проводить процедуру. Также на самой манипуле находится сенсорный дисплей и менять параметры во время проведения процедуры мы можем на манипуле. Манипула оснащена удобным ремешком, что позволяет комфортно проводить процедуру и минимизировать падение манипулы во время работы. Данный аппарат оснащен стабилизатором напряжения, что предотвращает поломку аппарата во время перепадов напряжения. Также, как и другие аппараты диодной эпиляции, нам необходима для работы дистиллированная вода. Обращаю внимание, что в данный аппарат заливается дистиллированная вода только при включенном состоянии. Также для очистки воды имеются специальные фильтры, которые находятся в корпусе аппарата. Для включения аппарата необходимо повернуть ключ и кнопку экстренного выключения. Активируем интерфейс с помощью нажатия и можем выбрать режим сразу начать работу, либо можем завести карту клиента. Выбрать имеющегося клиента и занести туда новые параметры, либо нового. После того, как мы заносим данные для нового клиента, нажимаем «Сохранить» и начинаем процедуру. Выбираем зону воздействия, цветотип, пол, количество волос и наличие пигмента. После того, как мы выбрали параметры, аппарат нам предлагает рекомендации для начала процедуры, которые вы можете изменять. Мощность, ширина импульса и частота. После того, как вы задали все параметры, нажимаем кнопку «Готовность». И после нажатия на кнопку на аппарате мы также будем проводить работу. Для процедуры нам потребуется гель. Можно использовать гель для ультразвуковых исследований. Счетчик будет выдавать количество импульсов, которые мы потратили на данной процедуре. На самой манипуле мы также можем поменять мощность флюенса, ширину импульса и частоту. Диодная эпиляция на сегодняшний день является одной из самых эффективных процедур по борьбе с излишним волосяным покровом. Для процедуры нам рекомендована гладко выбритая зона воздействия. Длина волоса в зоне воздействия не должна превышать 1 мм. Также перед процедурой в течение месяца не рекомендовано пользоваться пинцетом, восковыми полосками, эпиляторами, либо проводить такие процедуры, как шугаринг или восковая депиляция. Процедуру рекомендовано проводить один раз в месяц курсом от 8 до 12 процедур, в зависимости от желаемого результата ваших клиентов. Наш лицензированный сервисный центр предоставляет гарантию в течение года, а также ведет постгарантийное обслуживание. Также в нашем учебном центре вы можете пройти обучение на этом либо другом аппарате. Если вас заинтересовал данный аппарат, вы можете приобрести его на нашем официальном сайте esthetikonline.ru либо в нашем магазине.